Ірина Кудактіна – інженер-програміст, Олексій Кудактін – інженер з комп'ютерних систем. У шлюбі вже 12 років, мають 7-річну доньку Алєсю. Відвідали ряд семінарів з надання домедичної допомоги під час надзвичайних ситуацій. Вибрали просвітницький вид волонтерства, проводять безкоштовні майстер-класи для дітей, під час яких вчать діяти у критичних умовах. Впевнені, що можливо знайти вихід з будь-якої ситуації. Доброго ранку, я вас вітаю в нашій ранковій студії. Будемо говорити на актуальну тему завжди, а в наш час, як умога, да, все актуальніше. Отож, ви принесли сьогодні з собою і аптечку. Ми з візитівки почули, що ви навчаєте дітей. Як розпочалася у вас ця історія? Я знаю, що ви проходили і курси, що ви не просто так, да, десь там почитали, тепер навчаєте дітей. Ви проходили спеціальні курси. Розкажіть нам вашу історію, будь ласка. Ну, во время обострения ситуации в стране мы просто решили быть готовыми ко всему и прошли. Начали сначала с одних курсов, а потом нам стало это интересно. Мы пришли одни, вторые, третьи. И как родители маленького ребенка мы хотели ее подготовить к этому, поэтому адаптировали свои знания и вложили ей, и увидели, что ей это интересно. И поэтому предложили нашей учительнице, классному руководителю, и начали с одного тренинга, так скажем, детей в первом классе. Они отлично просто справились. С таким вдохновением и рвением они спасали дома бабушек. Вот. Им очень понравилось. Потом пошли третий, четвертый классы, и потом постарше, восьмой, девятый, десятый. Ну, все же, как давно вы этим занимаетесь? Уже півроку, рік, місяць, два? Второй год. Другий рік. Що це за курси? Як їх знайти в нашому місті? Чи в нашому місті ви їх проходили? К нашому большому сожалению, в нашому місті не так часто вони проходять. У нас є асоціація Красного Креста, вони проводять, але не так часто ці курси. Безплатні курси, угу. Да. А ми проходили курси, приїжджали ребята з Києва. Вот, и проводили тренинг, да. Это 44-ка, они проводят тренинги как для военных, так и для гражданских лиц. Вот, и мы у них проходили несколько тренингов до медичной допомоги, до допомоги при ДТП и тому подобных. Угу. Вот вы кажете, что у вас есть донька, вы ее навчали. Чому саме на сегодняшний момент вы же навчили свою доньку, какие в ней есть вміння? Потому что я знаю, что даже и викликати швидку, в цьому есть нюансы, не каждый дорослий может справиться с этим. Да? Вот давайте зупинимось. Есть свой алгоритм вызова скорой, надо быстро ответить на 6 вопросов. То есть у диспетчера скорой есть свои проверочные вопросы. Это фейковый вызов, это не фейковый вызов. И чем качественнее мы ответим на 6 вопросов, что, где, сколько потерпевших, что случилось, куда ехать, четко и грамотно дадим ответ, тем быстрее мы и выше оказываемся в очереди на приезд скорой к нам. И мы научились этим наших детей, как вызывать правильно скорую, потренировались. Если с первого раза не получается, даже у взрослых. Даже у взрослых, так, что вот, потому так. что очень тяжело, это навык, это надо тренировать дома с ребенком, а лучше написать шпаргалку и повесить где-то рядом, чтобы она знала, как домой или к бабушке с дедушкой. Она знает, как оказать помощь взрослому, если он без сознания, как его правильно перевернуть, чтобы он дождался медицинской помощи. То есть это называется стабильное боковое положение. Она знает приемы, в которые даже первоклассник, то есть маленькие деточки могли перевернуть больших и мужчин, и женщин, которые они пробовали на бабушках, на дедушках. То есть это можливо сделать, абсолютно. Так, потому что первый класс там уже 6-7 лет. То есть они навчаются этому, да, воспринимают эту информацию. А им очень понравилось, конечно, им хочется быть взрослыми. У многих и маленькие братья и сестры, они знают, что если мама ушла, то они взрослые. Если со взрослым случилось плохо, то они становятся взрослыми и принимают решения. То есть они должны вызвать скорую или оказать помощь. Наши даже обучающие для детей мы проводили не только там какие-то критические состояния, но и ток, и газ, и пожаротушение. То есть мы охватывали все, чтобы там курс «Я один дома». Ну, ви ж будете ще продовжувати, да? Хочете осягнути максимальну кількість шкіл в нашому місті, я правильно розумію? Ми плануємо, як би, розвити, будемо так говорити, сеть. Зараз договорюємося зі школами, там, де вчаться племянники, родственники, щоб як-то попробовать у них провести тренинг. Потому что им тоже это интересно, но просто мы работающие, то есть мы берем отпуск на работе и проводим в это время
по максимуму день, чтобы охватил тренировки для детей. Угу. Вот, поэтому вот это немножко сковывает. Ну, це одноразове таке тренування, да? От за один урок в конкретній школі ви максимально хочете втілити ті чи інші. Ну, один урок ми не укладаємося, ми укладаємося 2-3 уроки. Да. Угу. Я знаю, що один з ключових таких аспектів, як виявити дітям небезпеку. Да? Хотілося б від вас інформацію для наших телеглядачів. От такий майстер-клас. Хоча у нас не багато часу, але все ж таки. Ну, вперше, це, якщо він вдома, то есть ми прорабатываем, як підходити к розеткам. То есть, якщо він видить взрослого лежащего рядом, то есть оценить первое, прежде чем оказывать любую помощь, это надо оценить опасность, потому что если спасающий попадёт в опасность, это будет ещё один пострадавший. Угу. Поэтому абсолютно. Первое правило это безопасность для себя. И это правило в любой ситуации, угу. То есть на улице, для любого взрослого. То есть спасающий должен быть обезопасен. Если вы видите кровотечение, то первое делом одеть перчатки, чтобы обезопасить себя. Перчатки могут быть не стерильные, потому что это ваша безопасность. И в пределах улицы не может быть речи идти о стерильности. То есть любые перчатки, это дешево купить в аптеке, положить, у меня лежит в каждой сумке, в каждом кармане. В любой вещи, то есть это если вы знаете как, то и в зависимости от знаний и умений, угу. Ваша аптечка розширяється. Що там буде? Там будуть ножниці, так. Жгути. Ось таким чином ми і перейшли до вмісту того, що є в аптечках. Ви сьогодні взяли з собою, у нас їх два. Ви, Ірино, взяли з собою, ви, Олексій, так само. Розкажіть, що ви принесли і який рівень аптечки? Тому що ви кажете, що вона може розширюватися завдяки тим вмінням, які в нас є. От на які вміння ця аптечка? Получается, аптечки, которыми вот я пользуюсь после прохождения курсов, как бы набрал тот материал, которым я смогу применить, так. Вот, и умею его применить. Здесь идут кровоостанавливающие жгуты. Двух типов. То есть жгут Эксмарка, такой, как... Можешь открыть. Да, обычный резиновый жгут, которым останавливают кровотечение. Так. И также и новая система, армейский турникет. Это более эффективное, то есть у меня тоже он с собой, угу. Который за 2 минуты даже каждый сам себе может установить. Единственное, что я же говорю, аптечка еще устанавливает цена, потому что каждый девайс в аптечке это определенный... Ценовая категория. Ценовая категория, конечно. Так, что мы еще имеем? В обязательном порядке то, что говорила Ирина, это перчатки. Так, в любой дамской сумочке у меня тоже набор перчаток. Тактические ножницы для того, чтобы если кровотечение находится под одеждой, чтобы можно было в кратчайшие сроки достать до места. Они травматически разрезают даже железо. До места. Фонарик, если, ну, это не первая необходимость, но если вдруг в темное время суток, чтобы я мог хоть что-то увидеть. Так. Также идут термоодеяло. Что за термо такие? Так как при травме в основном идет при потере крови, человек, если на земле, угу. Идет переохлаждение, его необходимо как-то согреть. Этим угу. одеялом укрывает и идет минимальная потеря тепла. А потеря тепла это плюс 2% к спасению жизни. И также бандажи, которые можно как турникетом или жгутом остановить кровотечение, либо перевязать раны. Это минимальный набор, которым я умею пользоваться, который мне необходим. А, забыл. Если вдруг будет ранение в грудь, то есть возможность остановить его при помощи обычного скотча и файла. Яким чином? Если идет проникающее ранение в грудь, то его можно заклеить простым файлом и по периметру оклеить скотчем. Вот. Это остановит и продлит время ожидания скорой помощи. Наша задача какая? Дождаться квалифицированно. Мы не медики, да, мы имеем право оказать только домедицинскую помощь. То есть та, которая только внешняя. Вот, и дождаться своими действиями, дождаться приезда профессионалов. То есть мы умеем делать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. И мы, естественно, если уже решаем его делать, то мы дожидаемся скорой помощи, вызвав скорую, позвав себе помощников, которые, если вдруг, и слава богу, что окажутся, которые будут встречать скорую помощь. Угу. То есть все аспекты важны, и важно заложить алгоритм правильной помощи, что с чего начинать, с кровотечения, с остановки дыхания. Это все как бы алгоритм спасателя. Угу. Вот. И это, естественно, все проходится на курсах, и даже
весь курс, который мы проходили не один раз, но с новыми лекторами, новые знания, новые подходы, и оно откладывается, конечно, под корки. Ну и постоянно мы даже на тренировочных курсах, вот мы были при оказании помощи на ДТП, там, где нам делали в реальной, прям вот вам лежит человек, и надо найти, где же у него кровотечение, остановить все, то есть там множественные, и пневмоторакс, и переломы, и вот скотч тоже, кстати, может фиксировать направляющие с переломами, как из подручных средств, что мы можем использовать вместо жгута, вместо бандажа, що ми можемо. Тобто це все проходиться на курс. Люди можуть до вас звернутися і от запропонувати, попросити такий собі урок, тренінг, лекцію або майстер-клас? Чи є такі вже випадки у вас? Шукають вас люди в Фейсбуці, звертаються чи до вас? У нас наша школа, в якій вчиться наш ребенок, тобто да, там прямо ждуть, щоб ми показали. Ну, я ж говорю, у нас проблема з часом, коли у нас виходить, ми з радістю приходимо, звісно, об'ясняємо, показуємо. Вот. Ну, ми вважаємо, що це необхідно. Что в жизни, если каждый будет уметь оказать хоть какую-то помощь, вот, это спасет не одну, а может быть много-много жизней. Ще щодо вашої аптечки. От з вашої ми зрозуміли, Олексій, Ірино, що у вас? Ну, у меня то же самое, просто что многие говорят, что вот аптечку неудобно носить, это же вот, женская. Сразу таке уточнююче запитання. Ви її завжди носите з собою, вона завжди при вас. Конечно. Так, завжди. І у вас так само, и да, Ірочка? У меня то же самое, да. То есть вот маленькая женская сумочка, то есть небольшая, у меня то же самое. Есть и скотч армирующий, и бандаж, и одеяло. Ой, далеко доставать, но есть и жгуты, просто они утрамбованы в нужном месте, то есть все есть с собой. И это не занимает много места, а есть женские сумочки, которых можно вместить так, 10 аптечек. Абсолютно все можно. Вот, а якщо от я, як громадянин, не вмію цього всього робити, яка має бути моя мінімальна аптечка, поки я не підвищила свій рівень ще знань з цього приводу? Перчатки обязательно. Обов'язково, так. Це ми занотували вже. Що ще? Перчатки і желание помочь. Если вы даже не проходили курсы, вот, но хотите оказать помощь любому человеку, вы можете просто позвонить в скорую, если вы знаете, как позвонить. Даже если не знаете, вы позвоните и призовете кого-нибудь на помощь. И самое главное, важно, если вы вызвали скорую помощь, главное правило, которого не знают многие, надо оставаться и ждать приезда. Вы должны встретить ее, передать. Пояснить, ты можешь что-то. Конечно, если вы стали свидетелем, объяснить, что случилось на месте происшествия, и тим самим ви вже оказуєте непосильну допомогу пострадавшому. Хочу запитати вас, як спеціалістів цього права, от є якісь такі ключові аспекти правила у надзвичайних ситуаціях? Ну, на кшталт там не панікувати, що ще? От як подолати себе в таких надзвичайних ситуаціях, як себе вести? Ну, нас... От як дітям, так і дорослим. Да. Давайте на останок ближче. Для дітей є алгоритм. Перше – це не теряти голови. Второе – попросити допомоги взрослих. Це точно так же касається взрослих. Не стараться быть героем и суперменом, всегда попросить помощи вдвоем, как гуртом и батьком легче быть. Так, это точно относится и к помощи, потому что если делать тут же непрерывный массаж сердца, ну, 5 минут это максимум, просто человек истощается, и надо всегда смена, а скорая может ехать дольше намного. А третье правило – это у нас, что жизнь главнее всего, то есть вы спасатель, но у вас есть родные и близкие, то есть вам надо защитить себя, опять же, подумать о средствах защиты и посмотреть, оценить ситуацию, вам безопасно спасать, там нет ли провода лежащего на земле, там кирпичи не падают, то есть или это надо принимать решение, или оказывать помощь там, или перемещать потерпевшего. Тобто не втрачати холодного розуму свого, так? Так, я вам щиро дякую, я сподіваюся, що це не остання наша з вами бесіда, тому що дійсно багато інформації хочеться почути і побачити від вас. Я нагадаю, що в нашій ранковій студії була Ірина Кудактіна та Олексій Кудактін, просвітницькі волонтери, можна я вас буду так сьогодні називати, які навчають і дітей, і дорослих, як діяти в надзвичайних критичних ситуаціях.